Столь внушительная спортивная делегация приехала в Сыктывкар впервые. Участниками сборов стали более полусотни бойцов из клубов ММА шести регионов страны. Не могли пропустить это событие катлашане. Двухнедельную универсальную практику, необходимую для бойцов смешанных единоборств, прошли спортсмены клуба ММА «Котлас» Дмитрий Старцев, Захар Смирнов, Роман Стяжкин и Рустам Сафаров. Сборы дали мне много новых приемов, навыков, много положительных эмоций. Я смог проверить свои силы, осмыслить свои ошибки и что-то вообще понять. Особый упор во время сборов делали на спарринге. В парах работали бойцы из разных клубов, из разных городов. Это хороший опыт. Из звезд октагона в сборах принимали участие Вадим Малыгин, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии М1 Global, Роман Ярынкин, Артур Потекайлов, главный боец смешанного стиля воркуты. Плюсом к основной программе занятий стала сдача норм ГТО в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля. Сборы на базе ММА «Север» стали для котовской сборной хорошей разминкой перед участием в республиканском турнире по смешанным единоборствам. Полученный опыт бесценен в программе подготовки бойцов. Я так считаю, этим спортом нужно заниматься каждый день, потому что все-таки бой, надо каждую свою мышцу тела тренировать. Потому что так ты можешь проиграть в любую секунду, неизвестно, какой оппонент попадется. Ребята наши вернулись воодушевленные, готовые к плодотворной тренировочной работе ради будущих побед за родной город. Хотим выразить огромную благодарность за организацию проведения столь масштабного мероприятия нашему руководителю Горячеву Тимуру Александровичу, а также Федерации ММА «Север» город Сыктывкар. Котласские спортсмены продолжают упорные тренировки. 9 декабря в Сыктывкаре стартует престижный турнир «Parma Fights 8». Организаторы рассчитывают, что бойцовский вечер станет масштабным и зрелищным за всю историю турнира.